Всех приветствую, на связи Дрозд Александр, и сегодня я буквально только что получил книжки из Озона. И вот сколько я трачу на книги и какие именно книги читаю. Так, «Основы маркетинга», Филипп Котлер. Ну, я многое читал об этой книге, и я думаю, что стоит ее почитать. Стоимость вот такая у нас, 1215 рублей. Так, далее, «Сторителлинг». Очень рекомендую такую книжку, если вы хотите хорошо рассказывать истории. Так, 500 рублей стоит. Так, далее. «Копирайтинг. Как не съесть собаку» Дмитрия Кота. «Маркетинг 3.0. Новая книга Филиппа Котлера». Так, снова Филипп Котлер. «Маркетинг кота да я». «Монетизация сайта. Секреты больших денег в интернете». Так. Далее, «Быстрые результаты чужими руками», ну здесь по тренингу, насколько я знаю, книжка сделана, «Парабеллума» и Марочковского. Так, далее, вот решил я заняться раскруткой на Ютубе и хочу получше эту тему изучить. «Как стать первым на Ютуб» Тимур Таджидинов и «Ютуб для бизнеса» Майкл Миллер. Так, далее еще Дмитрия Голополосова книжка «80 способов повысить конверсию сайта». И еще одна книга Дмитрия Кота «Email-маркетинг. Исчерпывающее руководство». Вот, итак, всего сумма составила 4779 рублей. Вот такая вот пачка книг. Это мне чтиво на пару ближайших месяцев. Итак, всем пока. С вами был Дрозд Александр.